Привет, друзья! Меня зовут Рафис, и я занимаюсь исторической реконструкцией по эпохе викингов, изготавливаю щиты на заказ. Мне часто задают вопросы, а насколько мои щиты прочны? Я решил это вам наглядно продемонстрировать. Для этих целей я пожертвую свой щит, который прослужил мне несколько фестивалей, участвовал в турнирах, бугуртах и тренировках. Смотрите, щит имеет трещины, зарубки и царапины, но при этом он не потерял своих защитных качеств. Для проверки на прочность использую все, что есть в моем распоряжении.
В данном испытании я показал, как влияют различные виды оружия на состояние щита при усиленном их применении, чего чаще на практике не происходит. Ссылка на мою группу есть в описании под видео. Мне интересно ваше мнение, жду ваших комментариев. Берегите себя, удачи!